Зайдут, видит Кунка. Кунка подцепил ОД, ОД себя спрятал в астрал. Хекс пошел и Дум закинул. Ой-ой-ой. В итоге у нас под... высвапывают. В итоге Мадека сейчас умрет. Шкваркл у нас ультимейт. Это минус ОД. Ой, это минус у нас, точнее, Терблет. Раглити прошел также. Минус 3 персонажа у нас от КГ. Не очень удачно, конечно, зашел. Пошел, конечно, у нас веселый катаклизм. Катаклизм жизни немного выбивал, но не добил никого. В итоге у нас Кунку сейчас заберут. Это минус Кунка, да, заберут. Отлично, кстати, Коги покрепил лайк, но у него всего лишь 3 стака, сейчас будет 4, Карапейс проживает, МПЛ, Стики живет. Больно теперь саму Люстрасу, нужно отступать, диаболики все уйдут. Но не ушел Фантом Лансер. Модесса его забрал с Джессером, и никак Линга не может помочь здесь Пэлу. Она постоит, но окей, да, станчик максимум Воракла. Виверу-то вообще плевать, у него шикучие, он очень быстрый. Да хватит убирать на всех линиях так быстро. Ой-ой-ой, я не пропущу смерть еще одну или пропущу тычку. Ай! Коги, батарейки, Модесса наносит дэмэдж, Марк очень быстро ломает Коги, еще немножко урона. И да, отличный койл от Томата, забирает его еще... подставится, а Винг на нем везят жучки, и нужно гнать его до конца. Джессер там, Зевс кого-то разультился, не по таймингу, кажется, я так поняла. Пытается Рэппи убить Орк, у него это получается, но сам он, скорее всего, погибнет. Так и Марк очень долго был в лассо, пытается отойти Урса, точнее, Левсир находился в нем все это время. Урса, жить, жить, добить! Урса минус. Пока убили только одного героя сейчас, но это самый главный герой Урса еще. Это Бэба убит Люстру, что ты тут делаешь один? Он догорел, кстати говоря. Разора и еще и сам выжил. Вот они, Трэвела на Бэтрайдере. Как это круто работает. А драка у нас продолжается. Нашли Рубена, убили через прокаст. Еще и помог Терраблейд с формой. Модесса, больно. Фалспромиса нет, еще тычку буквально. Дизарм пока висит, но... сработал бакл, но здесь уже находится Люстрас, банка пытается дамажить, причем очень даже издалека. Так, ну-ка, посмотрите, ну что это такое? Так. Я... Чё? Ну вы поняли, да, короче, как это теперь работает, ТБ просто убивает всю вражескую команду. Байбек, конечно, есть, Пангольера нет, выкупа. Пангольера нет, выкупа, Марк присасывается Джейсера, но он даже без бег, без БКБ, он взял себе, кстати говоря, плейтмейл, чтобы как-то более-менее жить. Урса нажимает БКБ, он находился под алибардой, прожимает энрейдж, алибард сбивается, если байбек у разоров прошло, сейчас умрет Марк. Марк без выкупа. Это good game. Ну, ТП, конечно, форма уже закончилась почти, но боюсь, этого не хватит. Да, это good game, well played. Поздравляем с победой ПГ, и это не последняя карта, только Терраблейд. Хукшот отличный по расти, это прям супер, но он успевает поставить варды, Нова по двоим героям. Мэджик Миссл, но здесь уже Бруда, Люструса здесь загрызли, Праймал Рор, минус 3 уже суммарно, как же, господи, боже мой, лагает Дота. Варш, но половина тавера скрызли. Паучкам больно, отличный свап от Винги, сейчас это минус Миран, у него нет байбека, 45 секунд. 45 секунд, это минус 2 уже, и Джестер под медалькой находится, байбек, это два героя. Забирает это 3 тавер, если БКБ у Бруды. БКБ есть, оно было уже прожато, есть что, Аегис. Хукшот неплохой, но Хекс моментальный клок, и он умирает здесь сейчас. Люструс тоже его очень больно грызут. 3